Корнелибусых. Замок. Вот такой он замок. Тут есть паркинг. Мы запарковались вон там. Замок в Вишничу. Вишничу. Вот, если что, есть карта. Замок в Новом Вишничу. Вот, где что находится. Уже хорошо, что дождь не падает, потому что погода... Прогноз погоды был неблагоприятный. Так что сегодня нам очень везет. Так, пришли на джаз-билетик. Вот, смотрите. Или меч купить. Взяли билетики, вышло на троих нам 15 злотых. И это, наверное, только вход на улице. Я не знаю, есть ли тут какая-то экскурсия внутри. Вот такой вот замок. Дудка. Фигуры. Дудка. Странная дудка. Балкончик. Объявляю себя королем. Пушка-бомба? Ну, слушай, это, наверное, уже вход туда в музей. Страшно. Что тут у нас? Девчата. Что? Так, ты знаешь, это там добыть выборков, то сколько? Ну? Ну какие-то довольно-таки широкие вот сходы, лестница. А тут что? В общем, прогнали нас. Оказывается, уже нельзя войти на экспозицию в замок. Будем довольствоваться, значит, ходьбой по улице. Даже палаточка есть, что-нибудь кушать. А, тут даже ресторанчик. Чтобы вам совсем скучно не было, сейчас немножко расскажу. Замок Вишницу построен во второй половине 14 века в стиле раннего барокко с элементами Ренессанса. На протяжении веков его населяли представители известных дворянских и магнатских семей. Также после войны замок был отреставрирован, стал доступен для туристов, посещающих старый Висич.